девчонки, пройти по кругу и не упасть. Давайте, не парили своими ножками. Давай, ноги вместе. Лиза, бомбу подними. Руки крепко. Все, взяли. Должна на нем вместиться. Да. Причем так, чтобы я не было пяток стоящих на шлаге. Да. Раз, два, три, четыре, пять! Управляем здесь! Отлично! Самый громкий, биологи здесь! У нас одно школьное образование на двоих. Тогда я хочу вам предложить факультет государственного муниципального управления. Это там, где пальцем тыкать надо. Вот ваш тест. Почему не стачка тыкать? Потому что Рустам сказал, что вы всегда договоритесь. От сессии до сессии живут студенты весело. А как во время сессии? Как в траурной процессии. Зубрежка дикой кучи бреда, от ксерени конфликта седа, тревожный сон часа по два, кипят мозги, болят глаза. Ура! Мало кто знает, что помимо иных богов существует еще и бог студенчества. Нелегка была его жизнь. Давайте посмотрим. А я считаю, что мы слишком строги к мальчикам. Все мы, с исключением меня, не идеальны. Лёха, если тебе рождение доставать свое полон, ты сейчас оценишь, что он не скажет. Ну дайте шанс, я исправлюсь. Ну, знаешь, здесь у нас Али, а не сборная России по футболу. Но есть хорошая новость. Пирсон со мной бесплатно сфотографировался. Но так,
на трамвайном углу мы читали людские законы и невольно смеялись над ними на все голоса. Наше братство веселят, а мы его не загонишь и силой. Под похмельное утро все спят, не сойдем с ума. И хранили в миру настрой по мудронской медине. Одному, добрый, тяжкий после, устраивай сама. Ты должен быть уметь в каждой судьбе, струбиться с малой мысли воскрешения, частичкой, дать на философ Господня. Ведь от меня зависит, что же рух, или творец возлетит для свершения. Сомнение под умагой не сегодня, сомнение другу под вам немного срочно. Не подвергай сомнению воли Божьей. Смотри, дитя ума не знаю, что ты должен быть уверен в каждом звуке. Отдуваем! Отдуваем!
мне очень понравилось на этих сборах. Мы здесь познакомились с ребятами, подружились. Ну и хорошо провели время. Меня зовут Фоменко Яна. Я поехала на эти сборы, потому что мне было любопытно, что это такое. И потому что я слышала очень много положительных отзывов. Меня зовут Буслаева Олеся. Я лично думаю, что все интересно еще самое впереди. Наше выступление, дискотека. Надеемся, что будет здорово. Меня зовут Зайцева Ирина. Мне очень понравились эти сборы, всякие разные тренинги на сплочение. Надеюсь, что что-то еще новое интересное.